Ответим на популярные вопросы. Постанова ли это? Срач точно не постанова. Мы реально так живем, но мы моем полы, вытираем пыль. Единственное, мы сразу за собой не убираем посуду. Мы ее копим, закидываем в посудомойку. Вот это вот у нас осталось. Мы сейчас пойдем спать, и нам, в принципе, пофиг. Нам это никак не мешает любить, жить. Любовная любовь не мешает нашей. Да. Вот мусор тут. Надо как-то вынести, он копится. Не для контента. Вообще ничего для контента не делалось. Вот все Да. видосы, которые сняты, они ничего заранее не накоплено было. Не устраивали срач никакой. Жесть. Это же полная антисанитария. Это же рассадник разных тараканов, клопов, червяков и пауков там, да? Что только там не заведется. Блин, как так можно жить? Ты же этим запахом сам пропитываешься. Мне кажется, ни один душ это уже не смоет, если так жить постоянно. Ну а с другой стороны, смотрите, она просто нашла себе идеального мужчину, настоящего мужчину. Он не просит ее убраться, постирать, приготовить, помыть посуду, да? А, он тоже нормальную женщину нашел. Она не просит его вынести мусор. Кстати, вот я теперь понимаю вот тех женщин, да, которые говорят, что я тебе не домохозяйка, не уборщица. Если я с тобой буду в отношениях, ты не должен меня об этом просить. Ну, это получаются такие вот женщины, поросята, свиньи, просто-напросто. Потому что нормальная женщина, да и нормальный мужчина точно не сможет жить в таких антисанитарных условиях.